Ремонт проспекта Мира затягивается. Сегодня дорожники будут переделывать еще один квартал. От улицы Горького до Декабристов. Эксперты установили, асфальтобетонная смесь не соответствует ГОСТу. Впрочем, это стало понятно уже после первого дождя. Асфальт начал выкрашиваться. К тому же рабочие закатали отверстие ливневой канализации, поэтому лужи там стоят до сих пор. Подрядчик компании «Красноярск-Дорремстрой» будет переделывать участок дороги за свой счет. Работы будут производиться с 21 часа и до 6 часов утра. Тем временем проверка качества нового полотна на проспекте Мира продолжается. И, возможно, это не последний квартал, который будут переделывать.